А сейчас новая информация, касающаяся всех автомобилистов. В 2016 году можно будет платить только 50% от суммы штрафа за нарушение ПДД. С 1 января вступают в силу поправки в Кодекс об административных правонарушениях. Согласно изменениям, водители, нарушившие правила дорожного движения, смогут оплачивать только половину суммы наложенного взыскания, при условии, что погасят штраф в течение 20 дней. В случае нарушения правил дорожного движения, предусматривающих лишение прав, придется оплачивать всю сумму без каких-либо скидок. Согласно части 1 статьи 4 и 8 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, 20-дневный срок начинает истекать с момента вынесения постановления. Если с момента вынесения постановления в течение 20 дней она приходится, окончание 20 дней она приходится на нерабочий день, то есть на субботу-воскресенье, то рабочим последним днем оплаты, 20-дневной оплаты, считается. Минимальный штраф в размере 500 рублей в любом случае придется выплачивать полностью. Отметим также, что скидка 50% действует для первого нарушения правил дорожного движения. Лица, повторно совершившие один и тот же проступок, на льготу рассчитывать не смогут.